Yesen. Bitmisen gemide. Ben 30 yıldaki bu. Beni iyi sulardı üzere. Ваше превосходительство. Аракс не маленький корабль, и он почти по пояс в грунте. Хватит. Хватит, господа, нести всю эту ересь. Ваше превосходительство. Вы хотите, чтобы мы подчинялись приказам капитана гражданского судна? А спросите его, как он собирается это сделать. Насколько это верно довериться человеку, который, собственно, сам не знает, как это сделать? А у вас есть иные предложения?